Владимир Тиунов, Дарина Литвинова и Александр Широких авторской песней занимаются уже давно. Выступать втроем начали в далеком 2012 году. И за это время успели поколесить по стране с концертами. В клубе мы очень давно, поем вместе давно. И одно время мы с Сашей пели вдвоем дуэтом. Тоже у нас и диск есть, в общем-то, и моих песен, правда, но записанных вдвоем. И концерты давали вдвоем. Но вот захотелось чего-то новенького, и позвали Дашу, она согласилась. По словам Владимира, в их маленьком коллективе на гитарах играют все участники, но раскладывать песни на три струнных инструмента ни к чему. Именно поэтому Дарине Литвиновой достались оригинальные шумовые инструменты. Понемногу решили Даше вводить инструменты другие. И вот сначала пианика появилась, потом вот этот посох дождя. Мы его услышали у других ребят и поняли, что он очень хорошо вольется. Несмотря на название альбома «Этот город», песен про Саров в нем нет. Да и объединять композиции единой стилистикой и направлением музыканта не стали. Себе они поставили другую цель. Здесь хотелось скорее его архивным сделать, то есть записать то, что мы могли сделать втроем и могли сделать хорошо. То есть песенки все-таки выбирались, но я не скажу, чтобы они подбирались под диск. Прошел вечер в теплой атмосфере, а в завершении концерта артисты спели самые известные песни авторов-песенников вместе со зрителями. Кирилл Васенин, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.